Так, всем хайку. Рисуемся сразу да? После того, как мы лоханулись, как я лоханулся, точнее. А он был просто с 8 патронами. Надеемся, что в этот раз жирничий будет поменьше. Хотя бы на одного. А лучше на 3, поменьше. Зато очко. Зато очко, почему бы и нет? Не, ну эти, кстати, очень легкие, вот эти чуваки. Какие? А, вот эти, которые орут, что ли? Или про каких чувачков? Я про снайперов. А, так они легкие, да. Им прямо урон Кабанчик. Проходит только в путь. Кабанчик. Какие? Синхронно перезарядились. Блин, не шотнул. Так. Сначала сбоку. Тут где-то жук. Я его вижу. О-о-о-о-о-о-о! Ты красава. Спасибо. Не зря со снопов. Вдвоем, когда вдвоем просто с двумя косами. Ой, я тебя вижу! Я тебя вижу, не ори. Ой, он меня задел, пока тебя бил. О, а ты тут откуда? Спасибо. А, нет, подожди, спасибо, у меня молот. Броник, добро это, погоди. Я уже думал тебя заклеветать. У меня молотком. Суда! Мне он показал, что он орет суда, бегу. А он там, кстати, реально что-то орет такое на английском, только почему-то, а не на русском. Да. Но мы, видимо. Но мы братья! Он только что сказал. А, он на русском говорит? По-моему, да. А, подожди, может, не показалось? Или я интерпретировал уже, ты его убил? Нет. Нет, я просто от него убежал и воскресил тебя. Да чтоб тебя! Гандон ты! Штопанный. Классно. Меня заколошматили два охотника каких-то, блин. Да, видимо, не только тебя. Я просто... Ну, охотник, они с арбалетом, другой тебе сейчас полетел. Я не понимаю, как от вот атаки уклоняться. Серьезно. В него, не поверишь. Так, нет, стопы, я хочу... А хотя это бесполезно. Либо в бок, либо в него, то есть вперед. Я хотел подумать о том, чтобы поменять... Оружие, но типа это бесполезно по большому счету. Ты, черт. Прикрой меня! Прикорми меня, прикрой меня. Прикорми меня. Прикормить тоже можно. Я буду не против. Привет! Я понял. Я думал, ты с другой стороны, братан. Не ругайся, не ругайся. Просто в два. Лет пулемета. Ну он здесь самый просто эффективный против вот этих тварей. Ну да. Так, эта мразь прям сбоку. Не факт, что она. Да, вот это тогда что? А, ты про эту, я думал, ты про рыцаря. Надо перезарядиться! Что в меня стреляет снизу? Что в... А, это не снизу, это сверху. Сзади! Не могу. Могу. Патроны, что ли, закончили? Я не знаю, как, короче, как я это сделал, но я, типа, сделал какое-то комбо. И у меня он, просто типа... бьёшь, бьёшь и всё. Не-не-не-не-не-не-не. Он у меня прокрутил
Как колесо, знаешь, вот типа. Тогда ты зажал клавишу. Отсылка в Darksiders! Да, да, да. Ну, вообще, не факт, но просто я вспомнил удары смерти. Да, да, да. Ой, а вообще, да, зажать кнопочку. Я это уже понял. Я просто что-то так хотел их убить, что... Слишком беру сердце, я понял. Это говно орёт! Оно справа. Кстати, оно ее станет. На, как... на промежуток времени. Выстрел в голову ее станет. Не-не-не-не-не, ее станет то, что я ее в ближнем бою потыкал. А, кстати, как его? Сильный удар. Сильный удар и станет противников. Сзади. Это правда. Сзади. И спереди. Отходим. За еще один. Ой, беги! Пытаюсь. Прощай. Нет! 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 Я старался как лучше. Нет! Пока. Там еще крабик пришел. Воскрешай! У тебя пока есть время. Нет, все уже. Нету времени, бегай! Что ты творишь? Что ты творишь? Зачем ты не почесал спинку? Кто? Этот жук, который корёт за королеву. А, то есть мне не показалось, что они по-русски говорят, да? Нет, мне не показалось, я еще в первый раз слышал, только я, видимо, почему-то сам для себя переинтерпретировал это в английский язык. Не знаю почему. Мне, видимо, For the Queen нравится больше фраза. Как-то солиднее. Ну, в принципе, англичане. Нет, вы знаешь, на самом деле игра выполнила нашу просьбу, она убрала... тех жирничей. И дала других. И дала других, да, но это не лучше. Не, если научиться уворачивать их атак, то это лучше. Как дела? Да, я хотел посмотреть, что там было сзади меня било. Но... Знали. Ну, в итоге, короче, посмотрел, ну ты понял. Что там говорил про начало локации, да? Что-то быстренько мы прошли в этот раз. Выгляни. Покажи свое лицо. Я знаю, что ты там. Нету. Я а, нет, знаю, есть! Тут, есть! Тут, есть! Тут, есть! Тут, есть! Есть! Просто зато пофармим те кристаллы. Просто разрикошетили вообще в хламину. Ой-ой-ой-ой-ой! Тебе проперло, что я ей в голову попал. Да-да-да-да-да. Это было просто топ. Я вижу, она там стоит и думаю, ой, сейчас тогда дезертир попадет. Так, сейчас, погоди, мне надо что-то прокачать. Давай. Я не знаю, что качать. Может, если только этот, стойкость. Ладно, чуть попозже подумаю. Если слишком много баллов накопит, все в стойкость скормлю. Попал. И в меня попали. С кабанчиком справишься? Угу. Угу. Селись? Угу. Чем-нибудь. Не к добру это. Ты даже не поверишь, насколько. Прям. Мне не нравится, что у него нет криты. Беги.
Беги! Беги! Чего? ХПшный был, я его убил. А, ну ладно. Предупреждай тогда в следующий раз. В смысле? Дезертир, не надо запускать него в блэкхол, я его убил. Да-да-да, именно так. Гений просто. Вот именно так. Привет, орущая хрень. Привет, две орущих хрени. Слева, слева, слева. Слева. Я ей в голову попал. Я кабанчика убил. Привет. Догори. И кабанчик тоже. Ты перед ними так просто машь, такой, смотри, смотри, как могу. Опа! Не, на самом деле я ж попадал каждый раз. Типа они станились даже. Да в смысле ты живой? Просто перекатом под пулю. Вот заняться нечем. Ой, по-моему, там моя королева. Да. Это, иди сюда. Не к добру это. Не метай молот! Да почему? Где ты вообще? Перезаряжаю! Он идет к тебе пешочком. Нет, он пошел за мотком. Я вот его, кстати, тоже понять могу, где крит, но, возможно, в голове тоже как-то в этот огонек попасть сложно. Короче, скажи, когда он подойдет. Но он зашел за угол, я его больше не вижу. Чисто в теории, через 3 секунды буду я за спиной. Он у тебя за спиной. Я просто ждал вот этого момента, ну ты понял. А вот теперь бежим. Вау! В смысле? У меня было фулл хп! Все, у тебя лоу хп. Нет, 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 нет. Я жив. Я жив? Еще жив? У него нет криты тоже. Отвали! Я не могу вернуться! Почему у нас жирнище получается убивать проще, чем вот этого чуда? Он за молотком пошел. Там еще этот, да. Который тебе стрелой прям... в губу засадил. Держись! Он ушел. Следующий умираешь ты. В смысле? Ну вот так, по очереди. У меня просто 3 хилки, у тебя 2. А, в этом плане. Что со спины бьет? Убил. Ага, погоди-ка. Ау! В принципе, при желании я могу умереть. Надо перезарядиться! Что? В принципе, могу умереть, говорю, если хочешь. А, нет, спасибо. Давай лучше этот. Восполни хп. О, король! А он прям на нас бежит. Король? Который за королеву. Ну, на меня. Ух! Как меч-то у него прям прикольно. Это, топорик его. Прикольно пролетел. Он неудержимый! В смысле? Ну, в прямом. Его не держит блокпол вообще никак. Да не, вполне себе держит. Он просто когда за топором бежит, ему насрать. Идите, он на тебя побежал после блэкхола. Сгори, пожалуйста, я тебя умоляю.
лицемерно кинуть мне на лук. Так, у меня последняя была хилка. Все, больше нету. Я не могу умирать, я понял. Хорошо, иди танкуй. Просто у меня их три. Некуда класть. Давай я возьму. Так уж и быть. Пусть на тебя все агрессия, тут уже жука убил. Ну, уже лучше, мы дошли хотя бы до этого момента. Но опять же ты не умер. Снова. Сказал он мне, чтобы я бежал вперед, и сам побежал. Тут лом. А тут жук. Я где-то слышу эту дуру. Давай я тут пройду. Может, он внизу. Не вижу я ее. Она, не, она прям за углом. Сейчас, секунду. Не. Так, а сундук мы взяли вот там? Нет, наверху не брали. Нашел. Может, отойдешь? Может, отойду. Взял сундук? Некуда класть. Нет, не взял. Некуда класть, потому что... Еще кто-то бежит. По-моему, еще один жук. Два. Вот кабанчики. Так, вот там еще что-то есть. Так, и тут что-то есть. Ну, пойдем сюда. Ладно, подожди, нет. Я тут томнус. К тому же я к тебе сейчас спрыгну, по идее. А, даже не спрыгну, просто... О! Пожалуйста, дайте сейфпоинт, Мне кажется, кстати, или с каждым разом локации все больше и больше, типа, становятся. Не знаю. Но это, наверное, хорошо, кроме того, что мы помираем. Блин, насколько я косой? Достаточно, видимо. Зато очко талантов. Я тебя понял. Что такое? Дестанкуй, дестанкуй, дестанкуй. А что там такое? Дестанкуй, нет, 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 нет. А, сзади, мразь! Ты жив? Я его вроде поджарил немножко. Должен подохнуть. Видите, у него коррозии на нем просто. Сейчас я выпью от дерьма, от антикоррозии. Враги могут быть рядом. Листик. Понимаешь, я просто приложил к себе листик. Поддорожник. Поддорожник. Да. Меня бы еще похилить как-то. Ладно, буду выживать, пока выживается. Я могу тебя похилить, но очень извращенный способ. А? Я тебя могу похилить, но очень извращенный способ. Не, не надо меня убивать. Да ладно тебе, у тебя зато будет фул хп. А, как бы я знаю твои способы. Понимаешь ли. А я тебе другого предложить не могу. Лучше же сейчас, чем в бою. Не, ну можно в бою. А, тебе можно в бою положить, да? Да. Чтоб тебе веселее было. А, мы тут все исследовали? Да я что-то не понял. Да мне кажется, где-то здесь сейчас камень уже будет. А, да, все, точно. Тут исследовали. И иду к тебе. Да, уже есть выход, все, изи. Ура! Мы дошли! А прикол, если мы обрешно вернулись обратно? А? Ну ладно, нет. Просто очень выглядит, как будто мы вернулись. Не, ну там камень как минимум был, здесь его нет. Да-да-да-да. Ох-ох-ох. Писец. Писец. Ну вот как бы сейчас будет босс, и я тебя попрошу в самом начале пока подождать. Я отойду. И сейчас приду. Окей, давай за камень сядем.
Нам, сядем. За камень. Че, поломаем тут только все. И как вернусь, продолжим. Угу. Так, ну, я тут. Ты тут? Да. Пойдем. Узнаем, что нас там ждет. Почувствуем. Так сказать, всю боль. Очутим. О! Кто бы сомневался. Болото. Глухо оно будет к нашим страданиям. Выглядит оно красиво, точно не. Вот дерьмо. Согласен, я звата еще проблема. Так, где у него крит? О! Мне кажется, это динамит. Я к тому, что на эту хрень лучше не наступай. Стараюсь. Воу-воу-воу-воу-воу! Волна крови какая-то. Ты чё, некромант что ли, мать твою? А, как ты доджишься? Единственное, мне нравится, опять же, что нету этого босса крита. Хорошо. Сука! Ну, почти лес. Ну, к тому, что я больше тебя, по-моему, зацепил, чем его. Ну, ты меня не зацепил слева, Дэс. Слева, спереди, слева, спереди. Короче, слева и спереди. Надо перезарядиться! Надо перезарядиться! Кроется! Не к добру это, блин! Дайте мне уже патроны. Как больно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Две волны за раз. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кажется, у меня проблема. Ой, элитка, что? А это сильно. Я бы сказал, это перебор. Писец, он мне все здоровье за раз снял. Дважды. Я не понимаю, почему у меня не менялось. Босс вообще, кстати, нет, не сильный. Но, блин, сумоны. Сумоны у него жесть! Идите в жопу, мрази! Я ускочу от своей же дыры! Я заметил. Я пытался. Я заметил. Я правда пытался. Да заметил я. Да я правда пытался, честно. Да вижу я. Так. Я думаю, что здесь, наверное, будет логичнее поставить магнум. Ты меня затолкнул? Ну ты скотина. Я не знал, честно. Я просто хотел попробовать, можно ли затолкнуть напарника. О, он пока не агрится, кстати. А, сказал ты. Ау. А где твои черепа, кстати? Я их убрал. Зачем? Потому что на эту пушку нельзя. Могу вернуть. К тому же на этого босса не особо так.
интернет. Возродил? Вижу. Так, проверил то, что хотел. Если прыгнуть на эту хрень, то пофиг. Типа она доджится, как ты и сказал. Мне кажется, иногда с боссом что-то не так. Возможно. Мне вообще такое ощущение, что он думает, что он по пляжу бегает. Я задоджил его волну, но она стала больше. Волна, которая засасывается в Black Hole. Это перебор уже, Дэс. Надо перезарядиться! Я тоже так думаю, но что сделаешь? Ну согласись, это прикольно. Вот так у нее, кстати, как у того же вещи. Кроме волны, конечно. Воу-воу-воу-воу-воу, собаки в смысле? Да, тут собаки еще есть. Одна я только видел, конечно, ну ладно. Вода поднялась, что? Уровень воды поднялся, да, я прав. Знаешь, в чем проблема? Mm-hmm. Берегись, смотри в воду теперь аккуратнее, потому что мины теперь там не видно. Я понял тебя. Головку видно мины. Я не понял, зачем это сделано, в принципе. Забавно. Я умру. Не умирай. Я бегу, да ты что, с мобом не справишься? А, волна! Я волна. Новая волна. Я волна. Он горит хотя бы. Мы с тобой навсегда. Рядом со мной что-то выслал, да? Там моб сзади. Я зря сделал это. Зато я сделал вот это, и скорее всего он сдохнет, и я, правда, тоже. Но я его убил, по-моему, да? Нет. Ну я интересно. Давай. Я зато я убил всех мобов вокруг. Ну да, ты правда хорошо. Нет, там кое-какой очень злой моб сзади. Сможешь его отвлечь? Нет, он бежит ровно за тобой. И меня... Я наткнулся на мину. Если бы я не наткнулся на мину, я бы сейчас босса бы высадил. Я просто против этого всего засола не вытянул. По крайней мере, я бы просто-напросто блок кинул. Но, блин, в воде просто камин. Держись! Я пробую. Успел. А я хорош. А я хорош. Не знаю, Black Hole кидай, пофиг вообще. Кинул. Короче, на всякий случай мы... решили вернуться назад и посмотреть, что здесь есть. Что и еще? Знаете, кое-что мы обнаружили. Ну, давай глянем. А именно вот такую хрень. Мор. Собственно, я думаю, я его куплю. И попробую как раз, что он из себя представляет. Ну, все остальное я, наверное, покупать пока не буду. У меня полно работы. Ладно, надо будет прокачать. До встречи. Нашего замечательного друга. Что тебе нужно? Так, а прокачать мы можем... Да, почему нет? Иди уже. Что еще? Так, из брони. У меня полно работы. Неплохо на десяточку прокачал всю броню свою. До встречи. Прокачал на, получается, пятерочку, если что. Теперь 1500 единиц урона. Неплохо.
Я прокачался, до десятки. Достань от меня со своей болтовней. Теперь у меня сколько? Эй, бродяг. Конечно. Кстати, можно же арбалет тоже прокачать, что-то я туплю. Ну ты его не тестил еще, вдруг не береги очень, мне кажется. Себя. Ну я на троечку прокачаю, да пофиг. А, ну ладно, на троечку можно. Дешево, в принципе. Там. До троечки. Да. Я надеюсь, я пока один с ним побегаю. Или ты тоже его взял? Не. Ой. Я хочу попробовать кое-что. Сначала. Нет, так, может попробуем. Я просто попробую с ним. Если не получится, то у меня снопа на 1500 урона теперь. It's good. Ну да. Учитывая, что мы со снопы соточку всего наносим. Ну, Black Hole имеется в виду, естественно. Да, я понял, что не чистого урона. Потому что чистого урона там всего 150. Просто с вот этого болта у меня 50 урона. 175 хп у нас. 175? Серьезно? Я где-то посмотрел. Статистики. Ай. Нет, не ай. Короче, персонаж, доп параметры, здоровье. 175. Это я тогда не знаю, как мы выживаем, если честно. 150. У тебя не до конца вкачан этот? Нет. А, окей. Не, у меня до конца вкачан, но у меня амулета нет на шее или где там. А, амулета нет. Стоп, амулет на 25 единиц, а не процентов. Да. Кто-то. Да. Кто-то запороли. Сейчас, погоди. Панель быстрого доступа. За место вот этого дерьма. В принципе, я готов. Друже. Я менялся. Да, я пытаюсь перезарядку заметил, как ты сейчас стреляешь. Наступал в эту мину. Так. Я репа без реп. Кайф. У меня просто три мины с это прямым снарядом летело. Где он? Он побежал в ту сторону. Вижу. У меня просто плюс того, что кровотечение, оно очень жесткое, и эти очень жесткие. Ой, вот сейчас было очень тупо, надо было вперед все-таки прыгать. Он прямо около тебя. Воскрешай, воскрешай, пока можешь. Давай, 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 давай. Красавчик вообще, ты шикарен, ты мужик. У тебя стальные яйца. И ты наткнулся на мину. Я наткнулся на вторую, на третью. Чувак, ты же понимаешь, что я даже в половину не так хорош, как ты, да? В смысле, ты не можешь оставлять двух чудиков и просто воскосить меня? Нет. Я могу их истребить огнем праведным. И наступить на минимум.
Ты хорош. Мне череп сейчас задефал. Очко. О, очко. Два кровотечения за раз. Я думал, они оба на тебе. Нет, ну какая... Ну какой удар хвостом? Какая лид? Съебешься. Ты хотя бы загоришься, спасибо. Так, он на тебе, да? Да. Окей, я тогда пока в него буду стрелять. Правда, на мне тут тоже дерьмо есть. Ну ладно. Думаю, как-нибудь выживу. Да ладно, серьезно! Видимо, как-нибудь выживу. Давай, ко мне беги, 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 беги. У меня большие патроны, кстати, есть даже. Так, никого рядом нету. Рядом восстали. Как будешь, сразу прыгай. Они меня все напопали? Да. В смысле перезарядка? А, у тебя перезарядка, не пугай меня. Я ж только перезаряжался перед тобой. Шестьдесят урона. Я обстреляю свои же черепа, я умничка. Пожалуйста, загорись. Спасибо. Я сейчас умру. Не умирай. Не умираю. Собака. Собака! Я просто мансю как могу. Сейчас я его добью. Давай, потому что у меня нет патронов. А у меня моя это его добьет как минимум. Как тебе? Пока. Готов. Говна кусок. Сосуд со слизью. Сосуд со слизью. Сосуд со слизью. Катализатор. Катализатор. Это еще что за дерьмо? На букву Т. Шанс срабатывания. Это то, что нам нужно. Я тебе сразу говорю, качай, must have. У тебя его не было? А с чего вдруг оно у меня должно быть? А, он нам обоим сейчас только выпал. Да. Погоди пока, не беги, дай хоть посмотрим. Там второе условие есть, по-моему, но... Что-то типа такого, подожгите тысячу противник. Вообще с босса, короче, проще убить. А, ну короче, шанс срабатывания любых умений. Горение, кровотечение, все. Да. Ну, у меня стопроцентное кровотечение. Типа я просто накладываю это, не обсуждается. Типа, знаешь, я не спрашиваю разрешения у босса. Ну ты понял, о чем я. Хз. Не, ну в смысле, у меня 100 из 100. Ну, с горением как-то... Типа, у меня 10 из 10 наложения сейчас было. Если... Знает, вот прокачиваешь ты в максимум снаряды, и у тебя так часто срабатывает эффект, не что... Не забывай, что ты лагаешь во время загрузок. Мне кажется, или ты сматерился? Не, кашлянул. Просто это выглядело как будто типа, ёп. Ну, в общем... Вау. А, я думал, что это... Ну, типа, я думал, письмена какие-то, это просто труба. Удивляюсь тому, что я удивляюсь. Против лома нет приема. А вот и есть косой по лому. Что? Откуда мы вышли? Там мы вышли с другой стороны.
и без патронов. Не нравится. Ну, у меня есть. Идите у него брони. Они еще и уклоняются. Блин, ну вот с этими, конечно. Да сгоришь ты, мать твою, или нет? Мне кажется, они теперь не будут превращаться, потому что этого дебила нету большого. Откроешь? Думаешь, отдохнем? Думаю, да. Думаю, что в этом есть что-то плохое. Ну, я тогда, думаю, снайперку возьму. Давай. Но у меня теперь есть, типа, несколько оружий на некоторые варианты боссов. Но это очень крутая, кстати, штука все-таки. Арбалет? Да, он прям нормальный. Но попробуй, сам поймешь. Ты его не покупал? Купил, просто не пробовал. Да мать твою, я просто в голову не попадаю. Сказал я и сделал почти 4 из 4. О, очко. Еще бы он ее не коцал, было бы совсем круто. Она бы тогда не уклонялась. Боже правый. Просто черепа. Что здесь творится, боже? Я не знаю, у меня черепа все. Еще череп. О, с нее выпало. Еще череп. Блин. Смотри, сколько их. Смотри, не летает. Все, что ты можешь. Писец. До 5, по-моему, максимум. Мне кажется, что нам надо к ней подойти для начала и типа побазарить за то, что мы убили еще одного монстра. Ну, до этого как-то так не надо было. Не, ну они периодически говорят о том, что там кто-то мертв, бла-бла-бла. Ну, типа, не зря же нам к ней открыли дорогу опять. И привет, мать. Мы тут его приспешника были. Ну, мне кажется, не ее приспешника, но... Не, ну, скорее всего, нет. И знаешь, такие оба с кучей хилок, и оба не хилятся. Сейчас отдохнем. Не-не-не, не будем. Зачем? Мы же только переубивали всех дебилов. Чужак, задавай свои вопросы. Ну-ка. Что у нее там по товарам? Надо заход... В оружии ничего нету, в продаже у нас тоже ничего нету. Можно еще два листика купить. Так, например. Возвращайся, лучик. Понял, возвращайся, лучик. Приветствуй. Задавай свои... Я, правда, патронов дальнобойных не осталось, но ладно. Я пока пойду умру.
Ну, что-то непонятно, то ли здесь тупик, то ли не тупик. А, вот и патроны дальнобойные. Серьезно? Но сколько она косая, если стрелять очень быстро, это просто что-то с чем-то. А нет, слушай, они перерождаются в них. Это что, у меня проблема? Боже, это еще что? Короче, кажется, у меня проблема. Интересно, почему? Ну там есть пару мразей. Уже бегу с косой на перевес. Как тебе? Мы справились! Чё? Ладно. Там что-то цветочная баба. Хватит метаться, меня топорами. Не все еще напрягает твоя фигня. Сейчас, погоди немножко. Принято! Не зеваем, враги могут быть рядом. Ну, что-то большое, по-моему. Где? О, там дерьмо за нами бежит, оказывается. О, очко. Чё как, друже? Как ты там, жив? Ну да. Куда а бежим? Чего? Не знаю. Просто исследую. Своими погоди. Черепами. Ну и что? Не рычи. Мысли они выжили.
О, привет. Моя королева. Ай. Я бы на твоем месте бежал. Потому что, по-моему, они не хотят, чтобы ты меня воскресил. Еще один зараженный подходит, кстати. Ты прикалываешься, серьезно? Как он по тебе вообще попал? Ты что, издеваешься, что ли? Сзади, 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 сзади. Да я не могу. Сзади! Все, воскрешай. Аллилуйя. Не зевай, враги могут быть рядом. Сразу, что ли, воскресить так не мог? Там не знаю. О, сзади. Я же сказал, сзади. Короче, я пока бочку ломаю. Я тут тоже ресурсы добываю. И чип. И упал, а там еще элитки. Чё? Элитки, говорят. Ты упал? Кажется, у меня проблема. По-моему, все нормально. Уже да. Мне не нравится, что каждые несколько минут я слышу такой звук, как будто орган какой-то. Мне же не кажется. Такой типа трон. Не знаю. Я просто не слышу. Ай-яй-яй. К нам сзади идут. Пусть они идут. Да, мне сейчас чувак мне показался, что из меня кто-то появился. Если бы еще твои постоянно не сбивали мне касты и не вылетали передо мной, было бы вообще великолепно. Ну, хрен ли поделать. Я подорожник нашел. Нелегко было.
Я просто углубился вглубь карты. Начал понимать, что слишком много дерьма. И надо все ломать. Да. И где-то мы просто пока по кругу ходим. Вот это и сам понимаешь, да? Конечно. Туда пока тогда не иди. Пойдем вот сюда сначала. Друже. Убей. Ты на мужика отстреляешь. Бежать! Я там кого-то добил. Джеронимо. У креста? Похиляться не хочешь? Да пока нет. А я вот думаю похиляться. О, очко. Не, все же черепа определенно напрягают. А? Черепа определенно напрягают. Не, конечно, сам не спорю, тоже не до хрена какой прямолинейный и попадаю куда надо, но они отталкивают, и это бесит. Типа ты стреляешь кого-то, они типа всю эту фигню отталкивают, и получается, что ты в никуда попадаешь. Ну ты понял. Хотя плюс у них, в принципе, тоже, наверное, есть. Урон. Урон. Ну да, правда, не сильно большой. Так, ну здесь мы вроде... 30 единиц. Здесь мы вроде все сделали, да? Вроде как. Так, вот там мы были? Кругом ходим. Не, ну я знаю, что мы кругом ходим. Типа я специально и пошел вот этот круг сначала зачистить и пойти вот туда. Ой, я думал, не, я думал просто, что клини. Не-не. Это именно круг. Ой, еще что-то можно разбить. Который мы уже видели, кстати, похожий. Как будто мы пришли отсюда же. Да. Но нет. Ну да. Но нет. Ох. И ах. Жопа же, конечно. Так, контрольная точка. Перед контрольной точкой я, пожалуй, заменю оружие на арбалетные стрелы. Ты хочешь полапать кристалл, но... Да, я хочу патроны возродить. Ну, а ты лапать не будешь? Тут опасно, убейте врагов поблизости. Серьезно? Да, я кого-то убил сагрей. Убей. Ну вообще да, убей. Не, никого нету. Пойдем.
Давай, может на меня ящик сагрился. Ну я же лизнуть могу. Пробуй лизнуть. Без пробую. Меня. Тут опасно, бейте врагов. Помню еще раз это времен? Серьезно? Типа там босс? Класс. Да? Что я сделаю сейчас? Перезайдешь? Да. Да не проще выйти за дверь, а потом... Я хочу перезапустить. У меня ПС спросила, не хочешь поднимать. Ну ладно. Так, впрочем, я как раз, наверное, на этом завершу эту серию. А что будет в следующей, вы узнаете потом. Вовремя вышел.